В ДК поселка Совхозный, что в Удитском районе, открылась фотовыставка, посвященная Орловской хатыне, деревне Колпачки, сожженной фашистами в феврале 1942 года. Желая отомстить за потери в боях с местными партизанами, немцы приехали в деревню для показательной расправы. Уходя, забрали скот и подожгли хаты. Некоторым селянам удалось спрятаться во оврагах. А 30 лет назад в тех местах был сооружен мемориал. Там, где когда-то горели дома, стоят камни с именами погибших. События военных лет вспоминали на собрании, посвященном открытию выставки. Выставка состоит из нескольких разделов и разных художников. Здесь представлены фотографии Инны Лукашевич, Жулаевой, Галины Николаевны, Лазарева ГГ и из архива ОГТРК. Позднее выставка переедет в Удитский музей, а потом будет представлена в Бунинской библиотеке и в Орловском краеведческом музее.